Подожди, в торпеду вот тут они вот тут. Катер всплыл. Ну, он как пробка. Подожди, а что это там на дне такое? Торпеды. Там. А что ты далеко, блядь? В смысле, далеко? Я боялся. До них еще плыть надо. Я боялся, что они типа на зависшие будут. Но человек торпеды, это что за тема? Оп, я сел. Подвиньте. Как? Оп. Они не рабочие, сука. В смысле? Как всплыть? Ёб твою, блядь. Я падаю, похуй. Что происходит? Я лечу. Теперь ты, блядь, паниковавка, сука. Я вообще отрикошетил от камня, подлетел вверх и умер, блядь. Я вывалил 6 из торпеды, блядь. Мне интересно, я вообще куда приземлюсь-то? На Аутисе? Ну ты где-то в правом. Ты бы видел GPS. Я вижу, куда ты летишь, блядь. У меня так карта не двигается направо. Я сейчас в Россию прилечу. У тебя скорость, блядь, 20 тысяч километров в час, блядь. Я вижу. Она падает. Я теряю скорость. В смысле, блядь, ты поднимаешься, если теряешь. А, нет, ты падаешь, у тебя же отрицательная скорость. Ты же положительно начнешь приобретать. Еще у тебя топливо расходуется. И долго я так буду лететь? Выпрыгни из нее. Выпрыгнуть? Оп. Я в воде. А, я просто снизу в воде. Лол. Ну, в принципе, хули мы же, блядь, это же, блядь, торпеда.